Всем ватсап, братва и сестры, также гости канала, с вами Лизбро, мы продолжаем призрачные расследования. Я зашел в Дом Справедливости и чувствую, что я встречусь снова лицом в лицо с одним из двух вариантов. О ком я говорю речь? Посмотрите, пожалуйста, предыдущую серию. Кстати, плейлист на это прохождение должно высветиться сейчас или позже, но там уже есть подсказка в правом верхнем углу. Нажмете и все увидите. А пока мы продолжаем. Поднимаемся на второй этаж. Так, я могу тут для чего-то восстановить, да? Опа, обнаружить. Уёб твою мать, призрачный ты. Херня. А чё я провалился тот раз? Опа, ча. Прах к праху. Какой-то прах к праху нахожу. Непонятно. Так, ладно, мне сюда. Собираем инфу о моей убийце. Тут есть где прятаться. Пошли сюда, будем лазить, изучать тут. Что за территория такая? И тут еще про убийцу стишки он пишет. Мы все обязательно почитаем предфинальной серии, это точно говорю. Главное не забывать мотивировать меня на усиленное прохождение, а то будет такое, рад через 3-неделю. Так, что такое? Тут нашел еще к прах-праху какую-то штуку. Тут воспоминания как будто гуляют. Призрачный кусок территории. О, призрачные книжные шкафы. Книжки можно взять, не? Жаль, нельзя. Да уж. Эл. Так, стихи. Ой, чувствую, зачитаюсь, не перечитаюсь. Так, ну тут свет горел и... А. А вот и уместно, нашел. Вот тут... Твою мать, это что еще за дерьмо? Действительно. Что это такое? Понятно, звонарь все-таки, да? Свежая краска, похоже, только что написали. Дочка от матери ведьмы сбежала. Только сама лишь ведьмой стала. Кара настигнет ее в эту ночь. Сгинет в мучениях блудная дочь. Ага, он имел в виду, понятно, о ком. Блин, это про Джой. Оперативный штаб по делу звонаря. Надо тут все осмотреть. В натуре, 6 улик. Всего лишь, слава богу. Так, он это изучил. Поехали по порядку, смотреть детально. Статья. Раз. Прошу серию убийств. Так, смотрим. Карта. Таинственные прошлые, которые хрен разберешь. Личные вещи. Фотографии жертв, уверен. Жертвы и способы их убийств. Найден третий повешенный. Все, тут быстро все нашли. Вывод, товарищ инспектор. Стоп. Похожее убийство. Но между ними десятки лет. Что это значит? Подражатели, заговор? Оккультисты. Что еще? Старой веры, вот что думаю. Опа! А вот тут уже Бахсер, походу, пришел. Я угадал? Или звонарь? Кого, блядь, ветром занесло? А-а-а, ясно. И снова вы. Ой, блядь, они сюда идут. Не, не идут. Далее. Так, тихо. Они пока еще не знают, где я.
А, блядь! Беги, сука! Папа пошел в жопу. Папа пошел в жопу. Ложится! Пошел он. Пошел он. Ебем. Ебем ему мозг. Ха-ха. Ой. Говно. Тихо. Тихо, он сюда идет. Ну же, тварь. Тупик. Тупик. И что делать? Ой, что это? Я чувствую всей кожей. Что это я нашел? Невероятно мощная аура у этого дома. Как в музее, где пытается возродиться древнее зло. Надо рассказать об этом полицейскому Бакстеру. Не исключено. На что только кому верить, дура, блядь. Бакстеру, блин. Так, а что мне с этими лохами делать? Быстро. Уходи. Так, я одного отвлек, да? А что это мне дало? А, понял, что мне дало. Тихо. Рёбаные тупики. Он сюда идет? Ближе. А, меня спалили. Меня спалили. Пошел в жопу. А, все, я от них оторвался. Я вроде от них оторвался. Стоп, а какая у меня сейчас задача? А, хрен его пойму. Че я тут делаю, а? Все, могу спокойно ходить по территории. Главное к ним не вернуться. Исполни, где выход? Через что я вышел, а? Блин, я заблудился. Только не говорите, что мне надо к этим идиотам вернуться. Бо я не тот выход взял. Призрачная моча. Собираю какие-то хтери. По... Сохранение тут произошло. Так, где выход? Блин, я так и думал, что я не тот выход нашел. Класс! Или я тот нашел? А призрачные двери не открываются, понимаю. Не-не-не-не-не, я не хочу к ним назад, гости. Ой, как я не хочу. Ой, как сильно неохотно к вам идти, мужики. Ага, новая партия. Еба. Ёбаный в рот. А двух дебилов уйти можно. А! Вы чё мою душу жрёте? Пополняй список рядов. А, я понял, что это теперь за нычки только час к 8 серии. Это жертв, которые не смогли уйти от демонов.
Понятно. Только не говорите, что мне надо с второго этажа начинать. Скажите, что это с первого их путь. Ой, блядь. Ой, блядь, дурак, куда я лезу? Фу, хоть с первого этажа и на этом спасибо. Салам алейкум! Я мимо! Я мимо! Блин! Нет, слишком много демонов, по 6 штук. Еле от 2 ушел, а тут 6. Еще делать не прикажете, ебаться враком? Походу, да. Ныкайся! Держи! Одного убила, но это плохо. Нет. Этот сразу палит. Ну начинается. Давайте кучу демонов будем ставить по приколу, чтобы ты трахался только. И все. Вот эта игра, блядь, 10 из 0. И как я стелсом пройти должен? Ну, я вижу сквозь стены, это хоть хороший плюс. Понимаю, где одни. Через окно я, конечно, не выйду, да? А нахрен нам помогать? Давай усложним. Еще 10 демонов. Чтобы я точно матом проорал. Приседать он не умеет, стелсом ходить не может. Эти, блядь, сразу чуйкой стаи нападают. Ебать, я псих, блядь. Пошли вы в жопу. Жопу. Жопу! Отвали. Ха. Все, прошел кое-как. С горем пополам вылез. Господи, Бакстер. Ой, Бакстер. Сегодня у тебя черный день в календаре. Черный. Ронан? Что за чертовщина? Ты больной ублюдок. Скажи, зачем? Зачем тебе понадобилось убивать всех этих маленьких девочек? Чё? Ты думаешь, это я звонарь? Я тоже что, сначала так понял, это бред выкинул. Я никого не убивал. Ты должен мне помочь. Где мы вообще? Мы еще на том свете. А нужно выбираться, так теперь мы с тобой друзья, да? Ха-ха-ха. Рассказывай, что тут происходит. Давай, по порядку. Кто тебя убил? Так, начнем освеживать. Кто тебя убил? Звонарь, придурок. Но я не успел разглядеть его лицо. У, я вижу, у тебя глаза успел разбить. Что ты здесь делал? Что вообще? Ты здесь делал? Шел по следу. Я никогда не бросал это дело. Мы я с экстрасенсом, с Кассандрой, выяснили, что звонарь охотится на медиумов, а потом... Берет и казнит их, как ведьм. Я уже не мог бросить дело. Даже после приказа Рекса. Смелый идиот. Так вот почему ты был в музее. Ну, теперь и связь реально понятна. Где убийца? Где убийца? Не знаю. Он может быть где угодно. Но когда мы дрались, он кое-что сказал. О, кое-что сказал. Стой, стой. Убийца мог говорить? Ну да. Кажется, я его разозлил. Сказал ублюдку, что он скоро сдохнет. А он такой, я знаком со смертью. Я не удивлюсь, если он и меня увидит, призрак. Мое орудие смерти снова ждет работа. Мое орудие смерти? Но он убивает всегда по-разному, не понимаю. Нет, действительно, сейчас да, не понимаю его. Я тоже. Придется разбираться, что это значит.
Придется вместе работать. Так, где Кассандра? Ты знаешь, где скрывается Кассандра? Она хоть жива? Думаю, да. Я отвез ее подальше, в дом за городом. Правильное решение. Боже, так она жива. Я думал, она давно погибла. Вот теперь Джой обрадуется. И не останется одна. Это точно. Так, ладно, ты знаешь дочь? Кассандра упоминала свою дочь? Только о ней и говорила. Мы искали Джой, хотя это было очень рискованно. Кассандра умоляла меня выяснить, где ее дочка, но я ее не нашел. А ты я сейчас нашел. Сейчас удивишься. Джой помогла мне сегодня. Конечно, один ты бы так далеко не продвинулся. Солидарен. Ну да, как и ты без помощи ее матери. Один-один, блин. Так, возвращайся к Кассандре. Проверь, как она там, и отведи в участок. Что будем делать? Шо-шо, работать вместе. В подвал, а потом со старым. Там дамам, блин. Надеюсь. Так, а теперь не надо к участку возвращаться. Бакстер знаком Джой. На уж. Не был указатель бы по-хорошему. А, искать следы в подвале. Только давайте без демонов. Мне уже хватило их сегодня с головой. Табличка подвал. История Салема собираем. Так, а вот и след, походу. А вот и след. А тут... Черт, что тут произошло? Так, что здесь произошло? Давай по порядку. Анализ. Так, суровый обвиняет, судит. Я что, историю прошлого вижу? Но ты знаешь, что тебе не избежать заслуженной кары. Угу. И к чему это? Ладно, давай дальше. Обнаружить. О, наша знакомая. Умоляет в тюрьме. Тут тоже понятно. Я думала, это справедливый суд. Так где же он? Угу. И где же суд был справедливый? Ой, ё-моё, чё бочка дрыгается? Потушенный свет. Так, у тебя в камере больше же ничего нет? Нету. Так, выпусти меня, псевдосудья. Так, идем сюда теперь. Чё тут было? Тюрьма в тюрьме. Забавно. Нет покоя грешника. А ну, 5 из 7 мне хватит? 3 элемента найти. А, я тут все элементы нашел, смотрите. Так, Абигель держали в заперти, она считала, что это несправедливо. Да. Обвинитель. Провозглашаю, что наказание должно свершиться. Да. Свечи нет, клетка нет. Нет, мне надо еще найти одну улику, потому что среди тех, что я нашел, вряд ли оставшиеся подойдут. Так. Не понял. Опа, здрасте. Не то, не то. Я что, тайник нашел? Да, я нашел тайник. Какой-то секретный тайничок и труп нашел. Закостеневший. Так, ладно, 5 из 7 все равно осталось. Давай потихоньку и будем внимательно изучать. Хотя погоди. Давай подумаем. Ага, свечи и койка. Не, вряд ли оно. Надо искать дальше. Что здесь произошло, блин? Стой, это я оттуда приперся. Стой! Опа! Звонарь! Минуту, а ну давай свяжем это. Да! Ты говоришь, что невинна. Попалась. Но ты знаешь, что тебе не избежать заслуженной кары. Я думала, это справедливый суд. Так где же он? Суд не место для твоих грязных наветов. Ты ища Диада.
Своими ложными обвинениями ты посылала невинных на смерть. Сегодня их родные увидят, как свершится правосудие. Mm-hmm. Ложными обвинениями? Что за мерзость ты малюешь? Опа. Мой знак, как клеймо, прожжет плоть этого города. Так, душа первой серии, иди сюда, а, блин, походу будет с тобой разговор. Каждой ведьме в Салеме. Стоп. Выходит, мой убийца. Абигаль? Ха-ха, приехали. Она звонарь. Да, возможно, все же, поехали. Нужно выбираться отсюда. Согласен, только там демоны гуляют. А выбираться стрёмно будет. Так. Подскажите, где выход? Так, как мне выйти отсюда? Так, я же зашел уже с подвала, да? Ой, блядь, темно, как в жопе сатаны. А, всё. Рекс уже проявился? Ня. Да умер. Его не было. Как появится, мы сообщим. Угу. Вас понял. Удачи в поиске, Дом Справедливости. Черт, Рекс пропал. Значит, все происходит прямо сейчас. Козел, куда ты дел, Джой? Вариантов-то немного. Куда ты мог деть? Куда Абигаль могла затащить Джой? Нет новых улей. Церковь, бред. Куда ушел убийца? Не, не то. Абагель, звонарь. Чердак. Гисерица, дом правосудия. Не вариант. Куда ж у вас свидетельница? Нет, она не могла так нагло. В церковь? Почему у меня орудия нет? Не орудия. Походу, в церковь. Не. Не церковь, а чердак. Где это был вариант? Чердаком? Нет, а куда они... Стоп. Сюда? Старинная веселица. Дальше. Орудие убийства, да? Все. Что-то я тупить начинаю конкретно. На место своей казни. Орудие смерти, то есть ее смерти. Там, где ее казнили. Веселица в музее. Понятно. Держись, малышка. Я иду. Так, теперь не надо выбраться, и меня по-любому демоны заблочат. Они же меня не отпустят живым. Или они уже исчезли? Так, выследить Абигайль. Замечательно. Да, я так и думал. Демоны меня живыми не отпустят. Ладно, похуй. Убегай! Блин, и как я должен выйти? Демонов оставили там же. Назад путь сложнее, как всегда. Туда пролезть еще легко, назад без маски не пройдешь. Доберись до музея, а убрать слабо уже? Конечно, слабо, но надо. Не нужно экстрима. Так. Перебежка. А, вот дверь. Я должен отсюда выйти. Фу. Я какую-то хуйню сделал с первого раза. Тут же путь не открытый оставили. Спасибо. Я чуть потупил немножко. Ну что, снова в музей. И уверен, что на этот раз Абигель встречу с тобой там. На. Вот тебе и местечко. Так, укрываться тут не вижу смысла. 30 метров до музея. С дороги. 30 с чем-то метров. Нам до музея. Снова нам музей предстоит изучить культурку.
И понять, и походу установить уже Абигель. Других целей, каждую не пахнет. Сюда. Наши родные места для меня это стало. Мимо полицейского стоп-участка. Так, погоди, не стреляться я не хочу, я вижу, что-то лежит такое интересное. Рыцарь-защитник, мысли Джули. На уж, материал для предпоследней серии будет много. Очень много читанины. Так, официальный комментарий пастора, уже покойного. Так, вот ты музей. Вот ты музей, я уже тут, ребятишки. Внимание! После перехода к финальной сцене вернуться с Салем будет нельзя. Финал уже? Финальная сцена. Да, я готов. Ну что ж, сегодня у нас финальная серия, ребята. Реально финальный. Придется сегодня почитать интересные факты. А когда некий псих начинает убивать людей, руководствуясь своими представлениями о высшей справедливости, это еще отвратительнее. Да уж. В принципе, финал такой, с поворотиком. Хотя, если честно, я мог бы и предположить, что Абигель могла быть в этой истории. Ох ты, ё-моё, кто ж там столько наблевал демонина, а? Так. Аккуратно. Спокойно. Не влезая. Так, аккуратно обошли. Привет. Стой! Ронан, спаси! А ну-ка, не с места. О, Рекс? Нет, только не ты, Рекс. Ты сери... Она тут совсем ни при чем, убегай. Еще как при чем. 300 лет мы казним ведьм, наводящих порчу на наш город. Туда, вниз, идем. Тех, кто заключил договор с дьяволом. О, хотя нет, не ого, слава богу, полиция идет. Которую обыкновенного человека быть не должно. Так же, как и ты. Не смей сравнивать ее со мной! Полегче, полегче. Руки вверх, живо! На помощь! Только не делай глупостей. Руки вверх, не шевелиться! Руки вверх! Быстро! Твою ж. Опа! Опа, переселение. Твою мать. Она больная переселяется во всех подряд. Ах ты, сука. Действительно. Что ж ты делаешь? О, так это она вызывает демонов. Ничего себе. Ты слишком близко подошел к разгадке. Ронан, сделай что-нибудь. Да он сейчас по пятны поставит, и я хрен куда пройду. Держись, малышка. Я сейчас. Думай, что делать. Отвали. Время. Иди сюда. Так, влияние. Быстрее думай. Джой. Твою. Только не... Так, я обважался, понял. Мне надо быстро спасать ее. Так, а можно катсцену эту пропустить? Я это уже все видел. Джой. Не, не скипается. А ну-ка. Не с места. О, опять слушать будем тебя. Ну нет, ладно, давай. Ты, Рекс. А я пока готовлюсь. Она быстро переселяться в твое тело. Еще как при чем. 300 лет. Чем мне... Я не усиляюсь, начинаю влиять. На залезть нет, в его тело я не смогу, потому что там Абигель сидит. И вряд ли залезет еще один, да. Призрачная душа. Не смей сравнивать ее со мной! Да уж. Полегче, полегче. Это поворот. Это поворот. Только не делай глупости. Это поворотик неожиданного характера. Руки вверх. Быстро! Руки давай вверх. Давай, давай. Ой-ой. Она переселилась. Убила. И назад. Мне 30 секунд на спасти, и право на ошибку только одна. Что ж ты делаешь?
сейчас. Да. Это все была ты. Ты слишком близко подошел к разгадке. На, шабигель, та еще ведьма. Держись, малышка. Я сейчас. Так, быстро спасаться надо. Смотрим на клавиши. Быстрее. Влияние. Так, одна зацепка, громкий крик. Стихия Джой. Нет, думай. Да почему? Как я должен был угадать? Ой, это будет 101 попыток. Ладно. Походу, надо как-то логичным образом скипать. И вернемся уже, как найду правильный ответ. Точно, громкий крик. Я уверен, на 95% так выбивает из призрачной души. Ну все, ты попалась. Ты попал. Кричи! Выселяю из тела. Фу. Спас. Ну сейчас драка с Абигейл. С Абигейл, точнее. Ну шо, ведьма. Сама ведьма, и ты говоришь, что другие виновны, да? Иди отсюда. Ты чё злишься, а? Так. Да блин, что делать? Не понял. Нет, что это? Твою мать. Все, я понял. Крик. Потом как-то селится Рекса. Ну ладно. Сейчас быстренько все повторим. Сейчас будет тускор. Не переживайте, вам заново это не придется смотреть. Проскипаем эту катсцену для вас. О, я смог проскипнуть. Все, я понял, как скипать. Гений. Так, с помощью крика. Влияние. Где крик? Партнерство, где крик? Одна зацепка. Громкий крик. Фу, нашел. Успел. Пропускать, точно. Вселяйся. Твою мать, что мне делать было? 5 секунд, 5 секунд. Что делать? Объяснять игра не хочешь, что делать? Иди в баню, да? В своем стиле. Не, я тебе все равно игра пройду. Даже если ты не хочешь помогать, все. Я знаю, как скипать, это теперь можно не проблемно. Скипни. Бегом. Ты еще дольше думай. Быстрее, 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 быстрее. Вселяюсь. Влияние. Громкий крик. Это я уже выучил. И орём. Нафиг тело. Нафиг тело. Все кончено, бегай. Бегай, даже не смей. Так, пропускаем. 8 секунд. Хватить ее. Попалась. Хватай ее. Что ж, давай смотреть твоими глазами правду, да? Время пришло, Абигейл Уильямс. Нет. Ты проклятье, Салема. И сейчас ты заплатишь за свои грехи. Не может быть. Что, хочешь залезть в мою память? Угу. Ну что ж, попробуй. Ах ты, ладно, она ко мне память в ответ залезла. И заново заставляй пережить эти 7 выстрелов. Я знаю правду о твоей смерти. Но до сих пор ничего не знаю о своей. Угу. Так значит, меня убил Рекс? Так значит, меня убил Рекс, мой друг. Рекс был самым авторитетным. Самым уважаемым, грозным представителем власти. Конечно же он. Да уж. Такой подставы я не ждал. Как Рекс мог стать убийцей?
Это точно был не Рекс. У убийцы Роуз были голубые глаза. Ага. А ну, мою память. Для каждой цели у меня был свой убийца, не один и тот же. А, вот почему еле находили звонаря. И Рекс там получался. Бакстер. Ой, Бакстер. Не, моя теория частично права была. Зачем убивать Бакстера тебе было? А зачем ты убила Бакстера? Я всех сначала использую, а потом убиваю. Особенно тех, кто подошел близко, но к разгадке. Бакстер хоть и урод, но был ближе всех после меня к разгадке, реально. Молоток, Бакстер. Так, зачем было убивать тебя, меня? В той комнате я не был близок к разгадке. И я не один из убийц. За что ты убила меня? Угу. Шо? А ну давай. Ух ты. Чё? Я был один из... Твою... Нет. Ну я воспользовалась. Я не мог. Тобой воспользовались, как презервативом. Нет, этого не было. Ёлки-палки. Я бы в жизни. Ты использован. Всё. Хоть на прощение. Ты сделала меня убийцей. Да. Чё ты... Чё? Чё? Где твоя улыба? Думаешь, если... А, вот она. Чё, думаешь, меня в ад утащить? Так, иди со мной в ад уже. На, Зои. Ну ничего. Ты отправишься со мной. Иди сюда, малявка. Чё думала? Не пойдёшь со мной в ад? Пока, мелкая. Тебе дорога туда. Туда. На. Вот иди. Не смогу уйти в ад после повешения. Уйдешь сейчас. Фу. О. И еще прозрачнее становлюсь. Да, я прозрачнее становлюсь, еще сильнее. Походу я все выполнил. И я наконец-то в рай отправлюсь. А, стоп, куда я в рай отправлюсь? Чё так все туманно стало? А, ты уже развязал руки, я уже думаю, ты хоть развязалась? У всех в душе есть темный угол, иногда это очевидно. Иногда нет. Ну хоть скажи на прощание, если повезет, новость. В этот темный угол никто не заглянет. Ага. Перед законом Райкс был убийцей. Но закон зачастую слеп. А Джой все знает. Она ни за что не станет обвинять Рекса. И надеюсь, поможет. Да поможет, куда денется. Я одно могу сказать. Она гораздо лучше, чем я был в ее годы. Девочка достойна прощения. Она его заслужила. О! Бакстер. Мелкие правонарушения, которые она совершила, пока искала мать. Хорошенький финал выходит. А это даже самые суровые копы закроют глаза. Мам! А вот, дайте хоть мать глаза увижу. Звонарь перестал убивать после того, как с Абигайль было покончено. Но его дело так и не закрыто. Воспоминания стираются, время лечит. Если повезет, Салем ждут лучшие времена. Смерть – расплата за все долги, так говорил мой отец всегда. И я в это верил. Но оказалось, жизнь не кончается, пока все не исправишь. Пока не уплатишь все, что должен. До конца. Только тогда сможешь двигаться дальше. Кстати, она же говорила, что если как... А, все. Я уж думаю, что он остается тут. Сейчас он к своей жене наконец-то пойдет. На уж. Негаданно, не слышно, я дошел до финала. На уж. Последней серии две. Если я пересмотрю, как говорится, на монтаже, ну или вспомню так на ютубе,
то в принципе мне давало намек на Абагель. Пару раз было явным намеком на это. Хотя я думал, все это реальный человек до последнего момента. Я уверен, что был какой-то реальный один человек. Но факт того, что это был Абагель, вот та девица с первой серии, которая не объяснила правила типа потустороннего мира, и она стала, оказывается, проблемой. Это, честно, мог бы догадаться, но если бы, наверное, побольше информации о убийце находил бы, если я все бы это нашел, 42 вот этих информации, то было бы понятно, когда я бы перечитал бы. Тогда бы еще раньше было бы это все понятно. Наша игра, как говорится, с интереснейшим и нежданным для меня финал. Хотя, чего нежданным? Я и сам говорил, что в следующей, прошлой серии говорил, что это, возможно, финал. Кажется, я был тут чертовски прав. Да уж, отличная игра прям. Зашла просто на ура. Такая история, что просто охренеть можно. Ну что ж, предлагаю вам на этом месте закончить целое прохождение игры Murdered Soul Suspect. Спасибо всем, что вы кто со мной смотрел с первой до финальной, до финала сегодняшней этого серии. Я буду очень рад, если вы будете приходить ко мне еще и на другие прохождения и на обзоры разных игр. Как говорится, милости просим всех, кто заглянет на огоню. Ну а с вами был Линсбро. Желаю всего самого наилучшего. Вы уже знаете, что делать, если вам все нравится. Ну а увидимся уже с вами уже в следующем прохождении. Всем до встречи и бай.